зовут Настя Кальченко, и сегодня я вам хочу показать обзор на мои все подделки из бисера. Вот такая вот коробочка, в которой лежат все мои подделки из бисера. Она удобная, хорошая, и там очень много подделок. Ну, как бы не очень много, но давайте сразу начнем с моих браслетиков. Конечно же, браслеты — это самое главное. В общем, это служит моим украшением. Они не снимаются. Они не снимаются, мои браслеты. Вот. Итак, первый браслет — это с именем Настя. Вот, мое имя. Настя. Уже, я надеюсь, я не знаю, не помню. В общем, есть на моем канале это видео, как плести такой вот браслетик. И еще второй способ есть, как плести тоже такой же браслетик. Я покажу, в общем, в этом видео, ну, так, похожий на второй способ. Вот, значит, потом идет вот такие вот, как кружочки, вот, смотрите, кружочки такие. Потом идет простые браслетики. Такие браслетики уже есть на моем канале. Вот такой. Потом волны идут. Потом обычный и еще раз обычный. Вот. Дальше. Приступим к коробочке к нашей. Она толщиной 3 сантиметра. И очень удобная, и хорошая. Мне она очень нравится. Она из-под конфет. В общем, такая удобная и надежная. Вот. Итак, открываем нашу коробочку. Это самый волнительный момент. И вот, сколько же тут всего. Боже, я даже не знала, что у меня столько подделок. Представляете, плела, я не знаю. Итак, начнем с самой первой моей подделки. Это у меня бабочка. Бабочка из бисера. Я вам сейчас поближе покажу ее. Вот она. Это моя самая первая подделка. Вот. Такая красивая бабочка. Да, знаю, на туловище очень сильно намотана. Но это ничего страшного. Потому что я еще не знала, как правильно засовывать туда эту проволоку оставшуюся. Вторая подделочка. Это у меня тоже бабочка. Вот. Тоже бабочка. Это у меня бабочка-мальчик. Это бабочка-девочка. А вот это тоже бабочка-девочка, только это маленькая бабочка-девочка. Вот она. Она у меня получше. Как вы заметили? Извиняюсь, просто у моей мамы позвонил не вовремя телефон, и как бы, ну, в общем, неважно. Вы заметили, что у всех моих бабочек сливаются по одному цвету, в общем, смотрите. Один с другим цветом сливается. Например, в этой бабочке сливается зеленый и голубой. В этой бабочке сливается синий и зеленый. Наверное, вы зеленого даже и не заметили. А в этой бабочке сливается бордовый и оранжевый. Итак, открываем нашу коробочку. Большая стрекоза. Потом идет маленькая стрекозка. Вот. Вот она, маленькая стрекозка. Потом идет цветочек. Вот такой. Я в дальнейшем собираюсь его снимать. Мастер-класс на него буду. И на стрекозку, кстати, тоже. Дальше идет бабушкин браслетик. Он на застежечке. Застежка откручивается. Правда, вот другой кончик, конец. Дальше мой браслет такой вот. В дальнейшем тоже он будет. Потом мамин браслет одинарный, он уже есть на моем канале. Крокодильчик, он есть не на моем канале, а на папином, можете посмотреть. И последняя, к сожалению, подделка. Вот она. Знаю, странно, да, телефон. Ну, что в нем бисерного-то? Странно. Что в нем бисерного? А сзади, давайте-ка посмотрим, сзади. Ну что в нем бисерного-то? А, вот что в нем.
Простите, пожалуйста, что я в видео на этот браслет сказала, что это будет браслет, а на самом деле повесила на телефон. Но ничего страшного. И вот пустая коробочка. Ну ладно, ничего страшного. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и ставим лайки. Счастья, удачи всем, смотрите мои мастер-классы. Всем пока!